Ну а следующий. Сегодня действительно получилось молодой перенаправление. Конечно, наша амбициозная, креативная, молодая команда неонатологов, реаниматологов, которые, в общем-то, и в эпоху пандемии, и без пандемии взяли на себя нагрузку, практически полную нагрузку лечить всех новорожденных детей в Республике Карелия. Почти 90% родов происходит в нашем перинатальном центре. И, конечно, сейчас, когда... Ну, к сожалению, случилась эта пандемия, мы оказали помощь всем новорожденным деткам, которые родились от матерей, перенесших коронавирусную инфекцию, конечно же, самым тяжелым деткам тоже. Поэтому я безумно благодарна своей команде. Спасибо всем, всем здоровья, счастья и дальнейшего процветания. Спасибо. Спасибо большое, Настя, развитие вашему центру. Спасибо всему коллективу. Спасибо вам.